Ну все, вроде нормально. Сейчас ждем, пока эта машина сконцентрируется малость. И вот вдариваем. Вот так самое то. Вот это мне нравится. Ну все, победили, в принципе. Пройдет парочка инвалидов. Ну, естественно, мы с ними расправимся. Я забыл улучшить, по-моему, магическую башню. Да, я, естественно, забыл это сделать, но это не имеет никакого значения, потому что уровень пройден успешно. 3 звезды наши. Еще 3 звезды сейчас отправятся на апгрейды. Вот так вот. То, что нужно было. Ну что? Героик, погнали! Такс. В принципе. Немножко я изменю тактику, пожалуй. Вот так сделаем. Я, как всегда, забываю нажать вызов противников. Так, ну пока перки я на волков тратить не буду, наверное. Хотя, знаете... Знаете, как-то все это не очень хорошо выглядит. Придется сделать так. Все-таки. А вас, господа, немножко вот сюда переместить, наверное, нужно. Так, 110 для апгрейда. Сейчас будет 110. Сюда поставим. Как раз на гоблинах наберем. Так, это есть. Я забыл, что у них там повышается рейндж. По-моему, рейндж только повышается, к сожалению. Не мешало бы им повысить урон от атаки. Ладно, еще экстра голда немножко нафармим. Вызовем пораньше. Здесь уже сразу видно, что никто не собирается проходить. А, кстати, я бараки забыл апгрейдить еще. Я забыл, что бараки крейдятся. Надо быть внимательнее. Все-таки. Ну, эта волна вообще смешная какая-то. Ну, начало этой волны я имею в виду. Так, да, нам придется сейчас грейдить бараки. А может и нет. Что у них там? Броня повышается? Броня, в принципе, значения не имеет. Мне нужно повышать количество бойцов. Но здесь отделаемся так. Быстрые гады, а? Слишком быстрые. Я смотрю. И вас что-то слишком много. Да, что-то многовато. Не надо так делать. Не надо, блин, так делать. Не надо так делать. Не туда! Кто вас на ту сторону заставлял идти, а? Говнюки. Всю карму мне попортили. Черт бы вас побрал. А было ж все хорошо. Ну, более-менее. Крайней мере, ничего такого опасного я не наблюдал. Вплоть до того момента, как не проиграл. Ну ладно, сейчас исправим. Надо было просто заранее поставить страховку. Ну вот, чтоб такого не было. Ты куда собрался-то, парень? Вообще, куда все собрались, мне интересно. Давайте на отдых. Сюда все-таки это. В общем, сюда барак. Будет стоять здесь, под двумя, опять-таки, лучниками. Наверное, так будет эффективнее.
Поставим побольше башен, потом будем грейдить. Все-таки грейды здесь так уж сильно, наверное, не влияют. Ну, особенно на первых уровнях, когда грейдить можно только до второго уровня. Какие-то ачивки мне все присылают. Так, а что я сделал, а? Я вот зачем это сделал? Я хорош, я как всегда хорош. А, блин, твою мать, это же лучники. Они не отличаются от бараков практически. Я что, виноват, что ли, что я слепой? Ладно, поставим сюда бараки. Окей, все равно пойдет. Все равно пойдет. Вроде как. Господа, время помирать. Не серчайте. Так, максимально сюда сдвигаемся. Я не поторопился ли? Вот в чем главный вопрос. По-моему, поторопился. Да, я, по-моему, конкретно что-то поторопился. Очень конкретно. Вот это было зря. Куда? Куда, скотина, как вы заколебали? Недооценил я, конечно, скорость и так далее. Меня уже бесит эта игра. Удалю. Удалю нафиг, закину прохождение. Вот это будет весело. Куда ты собрался, черт возьми, а? Денег-то нет. Пускай будет так. Так, вы пока здесь встаньте тогда, пока у меня там башен нету. Здесь будем задерживать этих мелких паразитов. Но эта волна, наверное, самая легкая из всех волн, которые здесь есть. Много мелких уродцев, быстро дохнущих. Все, следующая волна. Все-таки улучшить или не улучшить? Хотя это стоит практически как две башни. Или здесь эти... Может быть, Magic Tower поставить, а? Как орудие возмездия. Ну да, наверное, так и сделаем. Почему бы и нет? Давайте попробуем. Хуже не будет, я думаю. Не туда поставил, конечно, ополчение. Ну и черт с ним, с этим ополчением. Используем метеориты. Да, по бронированным гадам они как-то не очень бьют. А вот зря я использовал метеориты, да? Хотите мне это сказать? Походу, да. Не надо было, чувак, тебе использовать гребаные метеориты, потому что дальше следующей волной идут волки, против которых у тебя ничего не будет. Ты будешь чувствовать себя лохом, каковым и являешься. Ну, примерно это мне игра, наверное, говорит сейчас. Давайте мне скорее 70 золота, потому что я сейчас просто всру. Как обычно. Ладно, вроде проехали. Более-менее живыми. Пятая волна. Мы до нее доходили? А, да, сейчас пойду сначала эти, а потом опять эти гребаные волки. Волки позорные. Хана вам всем будет. Гарантирую. Пока метеорит не будем тратить. Оставим его на совсем уж черный момент. Задержим здесь побольше.
А, так волки это уже следующая, что ли, волна? Отлично. Вообще шикарно. Слишком долго я вожусь с этими господами. Ну вот теперь самое время наказывать. Стоять! Стоять здесь! Помирать там же! Давай быстрее, 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 быстрее! Все равно поздновато. Зараза! Зараза! Какая же ты зараза! Всех заняли? Да нифига ж себе. Только это не поможет, потому что эти гоблины еще подходят. А может и поможет, кстати говоря. Помогло, слушайте, а? Прошли! Нормально. Отличненько прям. На волоске, на волоске. Неплохо. Вот черти-то, а? Прут и прут. Так, ладно, пока эту одну бедную звезду бомжовскую тратить не будем. Перейдем на армор. Что здесь нельзя использовать? Здесь нельзя использовать. Бараки нельзя использовать? Упоролись, что ли? А как я без бараков буду что-то делать? О, наркоманы. Здесь нужно сильное ополчение тогда, наверное, получается. Фиг его знает. Короче говоря, погнали, там разберемся. Там разберемся. Еще и неизвестно, что там будет идти. Супер прям вообще. Ладно, вся надежда на магическую фигню. Я верю в тебя, магическая фигня. Не подведи. Не подведи. Дэмэш они все-таки неплохой наносят. Правда, рейндж у них маленький. Все-таки. Так, вот сейчас надо будет решать. Грейдить эти башни или ставить новые. Я склоняюсь все-таки к постановке новых. Метеор опять-таки будем тянуть до последнего. А то фиг знает, что там вылезет в следующей партии. Ну и, естественно, будем без перерыва вообще стоять эти ополчения наши. Хотя, может быть, и улучшим сейчас. Давайте сделаем это. Так, рейндж повысился или как? Что, он, что у них там повышается? 23-43. 9-17. Ну, нормально, кстати, грейдануло-то. Атака неплохо увеличилась. Только, блин, их слишком много все равно. Ладно. Это дает нам какие-то шансы, наверное. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Черт, откуда вас только прется-то, а? Сидите там, в конце дороги. Зачем вам сюда идти? Ну это провал, черт возьми.